Мы должны здесь, на первом съезде, заявить, что развитие политического процесса в России пойдет через суверенитет народа. Дискуссии порой принимали крайний характер. И чем дольше продолжались они, тем больше сходились депутаты во мнении, что принятие суверенитета должно быть тщательно взвешено и проработано. Слишком серьезное решение принимал в те дни съезд. Кто за это предложение, прошу голосовать. Уникальные кадры, которые сегодня уже сама история. Поздравляю всех народных депутатов и все народы Российской Федерации. Подавляющим большинством декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики принята.